Всем привет, маленькие сладкие поклажки, с вами Балибей, продолжаю запрягать игру по названию, ну, карту, прекрасим под названием, вроде захватчик, да? Или как там, по-другому, что-то такое похоже, да? Анстер Стейс Хирус, и это вторая часть, про какую-то карту, продолжаем прыгать. Так, короче, понимаем, идем туда. Чё-то не толкается, ты чё нахрен? Ты чё, сука? Давай, половина. Убейте мега опасного и могущественного Кригера. Такое вы задание мы получили. Ну что, давайте проходить. Убьем его, скотину эту падлу. Мразь такую. Так, на то вообще не обращаем внимания, просто плывем дальше, бред. Так, и вот там мы, наверное, сейчас должны убить как раз-таки вот этот мразь. Мразь Кригера. Ну погнали, херачить его, эту паскуду. Тварь такую. Последнюю. Ну где-то там, где-то. Прячься. Урод. В смысле? Погоди, он что, внизу? Так, я так подозреваю, то, что он украл мое золото, все, да? Хера себе. Надо его за это наказать, уничтожить эту падлу, мразь тупую. Погнали. Так, вот мы спустились вниз, и сейчас, по идее, точка была. Должна гореть нормально. Ну чё, сука? Ты готов сразиться со мной? Падла. Как-то так. Так, направить точки коца или здесь в рассвете. Окей, ну чё, вот мы, в принципе, заканчиваем проходить эту карту, дорогие друзья, дорогие зрители. Вот. Такая вот она легкая оказалась, на самом деле. Да, вон. Ну, следующая карта, которую я хочу пройти на своем канале, это... Карта под названием, как там называется, интересно, сейчас скажу. 2022 год. Какое-то необычное название, типа новогоднее, походу. Ну, пройдем, посмотрим, что там. Че за карта? Ahem.
Походу не туда, да? Не туда плыву. Надо дальше плыть, походу, реально, ребята. Эх, была бы у меня лодка получше. Я бы тут всех захерачил. Светлячки. Такие большие, серьезно? Погоди, она вообще туда точно надо идти? Или... Плывем, плывем. Дальше. Да, ну и короче, понятно, да, все, все. С ванным ковром, у него теперь новая фишка. Огроменные эти штуки летают. Вот такие он. Ну что, поднимаемся, улетаем отсюда нахрен. Спасибо огромное тем, кто смотрел, ставьте лайки и всем, ребята, пока.